18:55, начало полета голубей. Ветер сегодня сильный, 5-7 метров, скажем так. Да, ветер их сейчас дует быстро. Вчера был слабее, Андрюк. Вчера был хороший. Угу. Ну как? Ну да. Только дождь с тобой прилетел. Не знаю. Да, ветер сильный. Ну и сегодня горло, оно не... Да. Да, это 5. Сегодня хотел бы тренировочный. Да, так, лишь бы крылышко набить. Да, их тут сразу сдувает. Сразу их стянуло. А это белый ты подкидал вот этого белого? Нет, да? Он белого не подкидал. Нет. А что, это кадос такой? Это кадос. О, красивый тогда. Я тут... На Краснянке был бы первый. На Краснянке сегодня дома погорели там нанизу. Да? Ага. Ветер такой, да? Ну, трава или что-то, я так и не понял. У сотрудников нашего, мать там, понял, ну как дача. В общем, дом там у них. Сгорел дом. И не один. Значит, тут трое Шапкина. Мармурови. Мармурови. Они хоть немножко стали подрываться? Ну, я не видел. Ну, хоть так не сразу садят. Виктор видел. Да. Сильные ветра пошли, суховеи. С утра до вечера и ночью ветер. Западные ветра, я посмотрел прогноз, они будут дуть и дуть, понял? Немножко спадет температура. А, восточная, восточная. Чё восточная? Да, восточная ветра. Юга восточная. Ну, с Казахстана ветер идет. Угу. Он начал с Афганистана. Если бы он попался в июле, помнишь, когда было такие суховеи в июле, то 42 градуса 3 недели при таком вот ветре. В этом году, слава тебе, Господи, сместился, что не такой горячий был. 30. Так, Витя еще кидает голубей. Под ветерок, под пряжку тем дает, тем тех сдуло. Он еще кидает. А текст было конкретно. Текст было хорошо, да. Он так он дает маячок. Маячок дает. Маячок. Так, так, так. Вот это кто? Это наглый. Ну, это наглый, ну, действительно, что это за рыба, я не пойму. Так, ну, в общем, полное небо голубей. Кто-то внизу. Не, сейчас он подойдет, да. Сейчас он подойдет. Сейчас он уже тут, на подходе. Это старого 2x2 кинул. Ну, как старого, прошлогоднего. Уже старый. Да. Но уже 2x2 еще не ял. Да. Какой-то. Вон Виктор. Виктор, супруга спрашивала только что. Даже не знаю, куда она делась. Нашла. Ветер сдувает, но они... Одна на две оттуда выскочили, да? Мармуровый с первых пролетел. Ничего ему ни почем, никакой ветер его не сдувает. Какнул. Мармуровый дома. Прилетел, покакал. Над домом. Как, а? Да, как подобает спортсмену. Мармуровые первые приходят. И ветер им не страшен, мраморным. Понятно. Шапкина. Сейчас он покидает. А когда ты на день рождения сюда, на город? 8-го. Послезавтра. А
еще рано. Да, еще бы чуть-чуть, и я бы их завез и там бы кинул. Пару недель уже, да? Да. Вот наглая морда готов туда. Он бы оттуда бы прилетел. Я сначала ж выпущу там почтарей, понял? Почтарей. Пусть там ястреб за ними погоняется. Это а не... Есть там, что там говорят? Лисичане, что говорят? Привольняем. Да там ястреб будет мало. Там же, что мне говорят? Там же червяк, он там же гоняет там и сразу. Он не то, что гоняет, он чуть-чуть подкинет их. А он уже тут как тут, понял? Тут как тут. Он у него там пасется конкретно. Ну, я возьму ему там лекарства, чтобы он... Антиястребин. Да, антиястребин. И он тогда будет там заниматься. Хозяин сказал, возьми ему. Это тот, что у нас пояс у него, да? Не, у нас ничего его нема. Пояса. Ой, красивый. Да, да. Позавчера хорошо летал, правильно. И рябы начинают аж как типа его подтягивать, а он нет. Так, там нет, черный нет. По одной вижу. Рябы вокруг него тут только летают. Черный по одной. Так, дальше смотрим. Сплошной. Этот мелитополец. Вот тут мелитополец. Вставной? Вставной мелитополец. Малый. Черный по одной. Вот самый он, первый. Вот он рябый, самый мелитополец. Первый, да. Видишь, он подраскрывается. Да. Он да, похож на без головы. Ага, и рябый там. Да, рябый, мелитополец и черный по одной. Значит, смотри, вот эта паренька мне звонит, голубка-то черная по одной, вот это ее сыночек. Вот та пара, которая у меня в Кудряшовке живет, вот это ихний сын. Голубь, который там шлеп. Вот это их не сынок. А Кузя ты какого давал? А Кузя я давал мелитопольца старого рябова. А это батю, да, рябый. А у этого батя черный. А, уже вот так? Черный, да, 3/5. Понял? Значит, есть вот этот рябый, у нас пара. Все, я понял. А другой еще есть мелитопольц. У меня на даче живет. 3/5. Черный 3/5 такой, маленький был, голубок. Зимой я его гонял, и он начал шлепать. И я его дошлепался, что я его отдал. Отдал на отрыв головы этому. Намазал и выкинул. А Володя увидел, как он там текает от ястреба, и сказал, дай его мне. Я говорю, забирай. Он его отмазал, вытер голову и стал он у него жить. Потом, когда он переводил, он опять ко мне попал. И сейчас он у меня живет. С пермяками летает. И так же шлеп, ляп. Ну, конечно. Да. Там с пермяками пошлепает. Но голубят дал вот это одного сплошного и еще одного привезу. Как бы такой 3/2, понял? Может больше в голубку пойдет. Наш. Голубята должны быть летные, понял? Он тогда, помнишь, приболел? Мы его вылечили. Подсыпали. Помнишь, что я вырезал? Что 3/5? Не, вот этот тут вставного. А, вставной? Вставного. Помню, да. Да. Он тогда. Сплошнячку ты тогда. Да. Я не знаю, что она отходит чи нет. Я ее убрал, да, там, я ее подлечиваю, ага. Просыпаю. И вот этого. И сейчас он, вот видишь, вот отошел. Сейчас он отошел и начал летать. Буры тут, смотрю, объявился. Что-то да, то я потихоньку перевел, начинаю да. Оттуда, да. У кого нет голубят, понял? У кого нет голубят. Я их перевожу, потому что там очень много голубей. Ага. А тут площадь большая. Я оттуда перевожу сюда. Они будут появляться тут, понял? А молодых, которых я тебе буду давать нагон, я тебе буду лично в руки давать и говорить. Вот, Витя, даю нагон. А старые это могут... Это не мне, это ты. Да. Не, ну чтоб ты да, знал. Чтоб просто знать. Чтоб да, ты так... знал. Вот я не, тебе... Уже... Чтоб я тебе черного... Вот черный. Не фантазируй. Не, ну черного я вот этого дал. Вот, смотри. Видишь, как он похож? Я подсобляю. Чего ты смеешься? Вот. Вот черного я дал. Вот, видишь? Черного. Нет, а я не пробую. Просто фразу не так. Все я не пробую. Только ж не фантазируй. Да где ж мне пофантазировать, если не знаю. Аж не туда смотреть. Вот это что-то.
Господи, блядь. Ты же уже нарываешься. Этот, как его фамилия? Ну, вот это дачная пара. Дачная пара. Второй. Да, такой. Они меняются. Чуть, ну, такой, типа, чё, чё, интересный флот. А, не-не-не, тоже не интересный, не-не-не. Вот, короче, прыг. Но он и замещал, начальник цеха было такое. ИО. Тю, бля, фамилия выскочила. Это мы. Ладно, не могу прознать. Звонит. По-больничному. Я в ту сторону, она все равно. А что ты сможешь? Оно, что оно тебе нужно, блядь, какой у меня диагноз, ёбаный. Не, ну, понял? Да, не, понял. Ну, вообще, понял. Да не, ну, мы же тебе расположено, вот, по-человечески, а ты... Я ему второй раз говорю, нахуй оно тебе нужно, блядь, какой у меня диагноз, ёбаный твой. Смотри, ну, смотри, что застреляли? Сзади он подходит. Кто? Голубь. Понял. Видать, сидел. О, а это, видишь, рядом, ля, как мы летаем. Ля, да. Да. Вот то они не тогда, помнишь, ну, когда Шулика? Уже, да, все, он уже вот знает. То Шулика была, понял, думаю, что да. Он так летает? Ну, гляну ж глазом, нема никого. А что я гляну? Гляй, как у него крыло красивое, да? Они да, там видят. Мы его видели да, давно уже. Я гляну, ну, нема. Да. Думаю, да что они опять как-то не так? А они, оказывается, его видели раньше, чем я. А это три, а тут так и сидит на этом самом, на третьей. Вон копия без головы. Копия да. Без головы. Да. Вообще по полету, как одно лицо, да. Да. Вот то и другая фигня. Я сейчас с лисичанами каждый день общаюсь. Тоже в больнице сижу, тут невропатолога. Милиционер захватит, такой молодой. А с ним, скажем так, ну, пацан, ну, не пацан, такой год, так, под 30 ему. Бухой, понял? Невропатолог. И что, босяком, понял? Люди смотрят, без очереди. Быстро, не выше, не выше. Наверное, там. На КПЗ, наверное, оформляли. На 15 суток. Ну, мне кажется, раньше в больнице не было. Там она на санпропускнике раньше была, там гипсу. А сейчас вот собачьи. А может на камеру вообще? Потом... Что так, не муж это, по телефону, в наручниках? Ну, может, он и наркоман. Не знаю. Не, ну, видно, мне кажется, что он, ну, может и наркоман. По... Ну, как неплохо. Две на две старые? Старые. Что значит неплохо? Ну... Там 20 минут может, знаешь. Uh-huh. И так он бы еще, ну, видно, что уже. Ну ты по крыльям же смотришь, да? Я смотрю, там две и вообще-то уже, ну, как бы нету таких, что пеньковая там. Не, я смотрю. Так, сколько собралось? Штук 6? 7 штук сейчас. Все вместе. Ну, так, относительно. Интересно, хоть один там этот, возможно, там летает один какой-нибудь этот самый, слышишь, мармуровый. Я что-то уверен, что мармуровый там. Как пизду, смотри, здесь, это, вот он, они такие. Андрюха, как ты думаешь, есть там мармуровый? И хаваются все, да? Понял? Все хаваются, слушай. Ну, давай тут посмотрю, тут только один там мармуровый. Там вот, смотри, лучи Черноконопатова старого, мне кажется. Брежнева, да. Не-не, мармуровый там один. Ну, дай Боже. Вообще ни одного не видел, один с одним. Мармуровый, да. Вот тот, который в чулочках. Ну вот один тут ходит, один, вот, кацматый. Ну а те, может, уже жрать забежали смотреть. Не-не-не-не-не. А красивый какой кацматый, сейчас, наверное, красивый. Не мармуровый это. Я видел, не, ну может я еще... Вот цыган второй там, да? Можно или в Баламута какие мармуровые, хиба за мраморный. Ну, если были бы хорошие мраморные, да. Не отдал. Он же тоже бы выбраковывает по цвету. Или цыгана старшего. Те знают, какие мраморные. Да. Или я видел на выставке, тоже считаю.
что я видел мраморных, а то может тоже как бы и даже не мраморные. Да зачем они нам нужны смотреть на них? Два мармуровых? Два уже тут. О, сейчас и третий найдется. Третий. Нет, а третий может сидит тут. Ты же говоришь, сидит один. Зачем они тут, ты говоришь? Ну я ж смотрю вроде как типа. Один может сидит там. На нежненький цвет. Че один там белый летает? Ты что, белых кидал? Кидал, вот тут такую мазу, что может там даже пестрина вот так. Ну я же их вот отсюда вот кидаю. А это Брежнев, наверное, вот же. Это кто-то с девятиэтажки, да. На крыше сел, и вот Брежнев, да. Да, это Брежнев. Вот тут из них на девятиэтажке. А белая вот та, что с пестриной, там у нее как бы, ну, нормально там. Это ангел, крыло. Черный ангел. Вот как замирает. Брежнев. Не, ну это ж вы дали ему, я это не моя. Я же говорю, у него хвост похожий, как он, знаешь, он уже такой много набрал, как еще такой растрепанный, как брови у Брежнева. Так, смотрим, значит. Вон он поехал. Брежнев. Рябый Андрюхин, крайний. Наверное, мелитополец. Черненький. Ну, они уже полчаса летают. Мармуровый там один, точно. Может быть. А какой же тогда? А вот там мармуровый. Вот мармуровый. А вот он второй сзаду. Да, да, крылья второй как сзаду. Мечи. И я хотел сказать, наверное, точно. Эй, ты сказал. Мармуровый уже начинает. Ну, это получается чуть ли не первый уже раз. начинает мармуровый. А мы с Андрюхой вчера только сказали, кольцо по ним плачет. Да. Ну, ничего, вот такие, ничего. Знаешь, да, вот да. Видно, что кидаешь они. Ничего. Мы тихонько, хоть... знаешь. Да. Мы хоть посмотрим, вот видишь, один уже вот уже отмечается. Один уже полчаса сегодня полетает. Не, ну я, да, что они должны летать, это все должны летать. Все, тройка. Да. Им надо большой ветер мармуровый, больше, чем наш. Да не, вот они сейчас вот обкатались, да. Уже, что да, куда да, еще? Да. Куда еще, больше. А, да. Дай какой Брежнев. А теперь главное их не перестать гонять, понятно? Да. Какой Брежнев. Да. И потом, и начать потихоньку делать по одному. Да. Увеличивать расстояние. И потом они придут кудряшовку, с кудряшовки будем кидать. Пятерочка стоит, хорошо, все вместе. А их с этими перепоровать, да? С кеми? С бойными своими. Да ничего с ними порывать не буду. Полетает туда-сюда, да, туда-сюда, туда-сюда полетает. Зима начнется, будем мазать и кидать. С кудряшовки сюда. По пути, глядишь, кто-нибудь клюнет. Что-нибудь с ними случится. Да. Мармуровый. Так, мармуровый из-под мелитопольца полчаса. Вот мармуровый. И где-то тут еще один. Да, точно мармуровый. Да, с-под мелитопольца еще один сплошнячок тут. Уже полчаса вылетывает. Полчасика вылетывает. Мармуровый один задержался, слава богу. Первый раз вот это он за столько времени. Немножко себя показал. Это старая по одной. Ты старую по одной, наверное, кидал, да? Я вижу тут. Да, думаю, кидал. Это старая по одной. Ну как старая, прошлогодняя. Прошлогодняя по одной. Там крылья нормальные. Да. Просто линяйте там еще, да. Ну что это? А ну-ка, Андрюха, смотри. Давай смотреть, тут все-таки летал. Я в камеру смотрю, других не вижу, ты, может, будешь видеть, давай. А ну, смотрим, кто летает, давай. Я, что, да.
Значит. Они вчера на голубню прям съедали. Да, смотрим, смотрим. Может быть, сплошной вот этот такой, знаешь, будет летать вот. С подхвостничком, лентяючек такой. Так, это кто? Это Мелитополь. Первый мармуровый. А, первый мармуровый седает. Самый темный флот, который. Так, 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 мармуровый. Потом. Вот этот сплошнячок второй, какой, что это? Одно сбоку, состарец, наверное. Рябый, да, рябокрылый? Сейчас, 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 подожди, подожди, подожди. А? Это кто, вот это кто? Состарец, наверное. Или если с подхвостником, то молодой. Да. Одно сбоку, это кто? Это белоголовый? Да. На сбоку белоголовый летал, и... А то одна сбоку, который... Не, вверху то масло. А то масло, все. Понятно. Белоголового ты кидал, значит. Понятно, кто кидал. Все. Значит, Мелитополь не летал уже, он раньше сел, да? Да. Рябый? Да. Не, не рябый, я такой полосочный, сплошной, две, а, две. А, какой-то да, сплошной непонятно летал, ну ладно. Возможно. 40 минут. 40 минут полетали. Выпадать можно, да? Могут выпадать. Молодцы.